Книга «Открытым оком». Тема «Христос есть Бог и истинный человек». Вопрос 965. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 33 по 34 стихи. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду». Совершенно непонятно, о чем здесь сказано. Разъясните. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Речь идет о вечерах любви, о агапах, не о причастии. Все еще было в начальной стадии. В церкви хотелось во всем подчеркнуть свое единство, как в коммуне. Едим вместе, живем вместе, как в городе солнца у Кампанеллы. Но это не пошло. Сразу же появились любимчики, кому-то лакомый кусок, кто-то ближе к раздаточному бачку. Богатые христиане приходили со своими слугами, занимали определенную часть зала и трапезничали. А кто-то, задержавшись дома, опаздывал, думая хорошо отужинать в общем собрании. Но пришедшие раньше уже подмели крошки, а подошедшие к шапочному разбору были недовольны, и начался ропот. Эти агапы вскоре кончились. Деяния 6 глава 1 стих. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей.